Точнее, доброе утро. Сегодня играю на таком интересном инструменте. Это варган, который я заказывал, который мне изготовил Роман Склемин. Я уже о нем рассказывал, демонстрировал его инструменты. Вот, ну так, как их два, удалось поиграть не очень долгое время. И сегодня я буду играть на нем достаточно долго, чтобы вы поняли, что это за инструмент, как он звучит, его диапазон. Очень интересный мастер. Он живет на хуторе, в лесу. Вот у него свое хозяйство, делает такие вот замечательные инструменты с гравировкой, с очень красивой. Вот. Звук оригинальный у этих инструментов. Играть на них очень достаточно сложно, потому что здесь вот нет полочки, они абсолютно плоские. Здесь нет некуда поставить зубы. Вот. Поэтому надо их держать. Этот инструмент, он елозит. Вот. И, конечно, необходимо работать некий навык, который позволит нормально на нем музицировать. Так поставляется в таких вот футлярчиках, как он называет, домики для варгана. Вот, из обожженной сосны, очень оригинальной конструкции. Вот у меня таких два инструмента в таких вот интересных футлярчиках. Пробуем играть. Thank you.
Неплохой инструмент, вот, играть на нем тяжело, вот, но звук хороший, чистый, без призвуков. Вот. Единственный момент, конечно, у него диапазон достаточно узкий, частотный. Поэтому он как-то звук такой плосковатый, я бы сказал, вот, нет такого объема. Вот, но инструмент
очень-очень оригинальный, интересный, красивый, как коллекционный, прекрасный, я считаю. С таким вот рисунком, причем рисунок оригинальный, каждый инструмент свой, отлично сделан, отполирован, прекрасно. Такой вот Романа Склемина органчик. Все, заканчиваем. Всего доброго. До новых встреч.